Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Oppo A12 сбросить настройки до заводских с помощью настроек. Заходим в настройки. Далее дополнительные настройки. После чего создать резервную копию и перезагрузить. Сброс до заводских настроек. И нажимаем стереть все. Вводим наш пароль. И важно, удалятся абсолютно все ваши данные. Если вы согласны, нажимаем стереть данные. И еще раз. Вот и все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!